Ночью полицейские поймали подростка-угонщика. 16-летний парень угнал автомобиль «Жигули» 6-й серии прямо возле здания Приморского суда. В Суворовском районе его заметили полицейские и начали погоню. На проспекте Небесной Сотни 2 парень остановился и попытался сбежать, но был задержан. «Жигули» шестерку синюю ты угнал? Да. Откуда вы угнал автомобиль? Возле Приморского суда. Ты бы управлял транспортным средством? Да, я был один. Ну, гнал ты один? Да. Несовершеннолетнего угонщика доставили в Портофранковское отделение полиции. Расследование в рамках уголовного производства продолжается.